Здравствуйте, дорогие овощеводы и огородники! Приглашаем вас снова на свой канал «Калейдоскоп овощевода». Сегодня март месяц, хотелось бы немножко раньше, но я вам расскажу, что я делала в марте. Обычно спрашивают, что делать в марте. Я посеяла сначала перец в начале марта, помидоры, потом посеяла огурцы, синие баклажаны. А сейчас все это у меня стоит у зимней теплички небольшой, я вам покажу потом. Натянули уже теплицу. Теплицу у меня там натянули где-то 15 марта. Ну, вы видите, сейчас в хаотичном порядке все находится, потому что после зимы сухие листья, сухая трава. А сейчас мы подготавливаем теплицу уже к тому, чтобы начинать работать. Ну, что я делаю в теплице в этой сначала? Потому что... Будем мы садить перец в этой теплице, я хочу посадить перец, ну, где-то 15 апреля в стаканчиках. Вот теперь я подготовила стаканчики, вы видите, я их наготовила заранее, набила, и у меня стоят вот столько, такое количество у меня получится в этой теплице. Но к этому еще почти 3 недели, пока я буду сажать перец. И теплицу нужно все-таки использовать. Как я ее использую? Я показывала в начальных уже своих роликах, как я под самым концом теплицы, возле дуги, уже начинаю сеять редиску. У меня есть такой ролик, можете посмотреть. А сейчас я хочу хорошо убрать в этой теплице, прибрать все, разровнять землю, прокопать вот так между на боках. И хочу тут попикировать капусту, помидоры. Как раз 3 недели, за 3 недели уже все это поспеет, пока мы уберем, а потом на это место будем сажать перец. Вот сегодня я вам просто показала, что, как мы начинаем это все делать. Но для того, чтобы всю эту работу произвести, надо перекопать теплицу, хорошо ее выровнять, вот, и убрать лишние сорняки, а потом уже начинать работать. На сегодня я заканчиваю этот ролик и покажу вам следующий, какой у меня перец, какая у меня рассада, ту, которую я села в начале марта. А сейчас хочу с вами прощаться. До свидания. До следующей встречи.